Привет, друзья! Добро пожаловать на предсезонные сборы российских футбольных команд. Добро пожаловать в Подмосковье. Мы с вами в Кратово, где продолжаем наблюдать за подготовкой к сезону команд второй лиги. Нет у нас, к сожалению, состава. Не предоставили нам его гости. Уж не знаю, с чем это связано, но я думаю, что определенный, конечно, тут матч у нас начался. Еще одна атака у Родины М может сейчас выйти. Давайте смотреть. Передача здесь нужна или уже до удара дело доводить. Как можно скорее пас в центр пошел и от ворот. Выходил он здесь заброс на скорости убежать. Но тут можно попробовать довести атаку до ума. Бить нужно. Вот удар пошел. Высоковато чуть-чуть. Но, пожалуй, для первого более-менее неплохого момента в этом матче. Так и не доходит до футболистов группы атаки. Вот сейчас может получиться. Разыгрывает здесь неплохо мяч футболист Родины М. А дальше долго перед штрафной. Но передача отличная. 1-0. Классный какой гол. Роман Копылов забивает. Родина М. Классный перевод. Дальше стартовать в сторону Родины 2, например. Почему бы нет? О, опять хороший пас из глубины. И здесь второй должен быть. Штанга. Ну и передачу из глубины получил. Шел до конца. Здесь уже и держали его защитники. И все равно он шел. За что я люблю, друзья. И вы тоже любите сезонный сбор. За то, что всегда можно какие-то разговоры подслушать. Хороший удар Агаева. Мимо мяч летит. И его попытка в створ ворот попасть. Кто не застрахован, Бурков мяч подхватывает. Левее есть вариант. И бить нужно здесь уже Матвею Кожину. В ворота только попасть осталось. Паузу выдержал. На замахе здорово здесь убрал. Ну не на замахе, да. Дальше хороший пас. Отлично может получиться здесь. Центр перевод. И бить можно 2-0. Катали-катали, все-таки сработало. Михаил Ужахов забивает второй гол своей команды в этом матче. Отличная передача. Кстати, не опять ли нет Ильи Антонова она была? Нет, это Матвей Елизаров, прошу прощения. Именно он пытался ворваться. Удар пошел! Хороший удар! Антон Бурков. Вот спрашивают у нас болельщики в чате, забьет ли сегодня Рязань или нет. Не знаю, друзья, пока вот как-то... Вот сейчас возможно и нет, останавливают все-таки. Хорошая стеночка, перевод. И забыли как-то здесь все про игрока-то. Учитывая того, что есть в Рязани рослые футболисты. Может быть достаточно опасная вот история и угловой, по-моему, там. Там Роман Тарасов мяч, но классная, мягкая какая, обратите внимание, подача. Забыли все здесь про игрока Рязани. 16-й сезон в лучшей лиге мира, потом еще и в лучшей лиге Галактики. Соответственно, в первую и второй. Или нет. Нет, не будем ничего мы сверху играть. Заканчивается эта встреча 2-0. Хорошая, интересная победа.